Всем привет! Это наш новый выпуск. Класс, не важно, как я. Себя сними. Так. Давай я сниму. Не ори, блядь. Слушай, смотри, тихо, тихо. Ну. Я делаю час сумасшедшего нахуй еще контента. Не ори, блядь. Тише. Только смотри, условия при Андрее. Я тут свидетель, смотри. Если ты его... Давай час... Возьми за тикток новый, что Паша. Но не заебывайте вообще его. Если он говорит не надо, не надо. Просто все. Только добрый контент. Потому что, ну, внутри, я даже тебе говорю этот между нами, братан, удалили как канал за твоего видоса. Окей, слышишь? Я серьезно говорю. Если... Ты думал, что я шучу? Видео он скидаю Паши. Типы сокон. Не говори. А? Это единственный момент. Я уже знаю, что у нас снимал кино. Да? Короче, Ваня, час контента час, доброго. Час контента доброго. Там, где Андрюха тебя не посылает. С кошечкой, обнимашки, да, жарим мясо, да, и вот это да. Все. Если не будет 25 тонн лайков, я ухожу нахуй с YouTube. И больше выпусков с Ваней не будет, и если все. Не будет 25 тысяч. А если будет, то Ваня получает опять бонус. Класс! Ура! А Андрей получает машину в подарок. И новые туфли. Чё у него есть, тяги? У тебя же есть. Шо? У тебя же есть туфли. Ну что, они сейчас их, блядь, одевают? Нет, нет, на нюх. Ну да. Напряжение держу. Они дома не есть, но. Как? Как? Слышь, поможем еще мужикам, чи нет? Давай, бери три пакета, я 6 пакетов. Братан, как? А я думаю, откуда карточки берутся? Маленько знаю вообще от банки, да? Ох ты, падла, сука. Да, молчи. Стой, то есть тебе сегодня... Нет, стой. Я говорю, выключи камеру. Ну давай. Нет, я стой. Говорю, выключи камеру! Ну ты можешь, стой! Ты долбоёб, говорю, мусора на связи, долбоёб! Стой, ну выключи камеру! Тебе... Я говорю, выключи камеру! Тебе ударили, не за что? Какого хуя? Что Бамакс за... виноват, я при чём, долбоёб! Так стой, не уходь! Ты кончил, уже взял камеру, дебил, нахуй! Братан... Уйди нахуй, говорю, нахуй, стой, дебил! Стой, я ж не кричу, что ты... Я говорю, уйди нахуй, дай ни с кому поговорить! Нет, стой. Да уйди нахуй! Це ж не шутки, блядь. Боже, що це? Сука, йо, боже, куди ти підраз? Я поможу тобі рішити ситуацію. Уйди нахуй, що не шутки, уйди нахуй. Ну, тут це ж не шутки. Всім по привіту. Розказую сразу, що сьогодні. Сьогодні, нахуй, стрім в тіктокі. Нам треба там от ці всі діла взяти. Запіть, закусіть. Я говорю, Андрій, ми з тобою встретимося, говорю, в 6. Та в 6 дзвони, братан, ми найдемося з тобою. Ми ж, блядь, ну, кінти не в роті бісь. Дзвоню йому, все як завжди. Що абонент нахуй виключив телефон, терпіло вонючий. Найду зараз його шлангом, час буду по голові бити. А теплом так уже, от этот весенний приход, мне так нравится. Все, давайте. Ищу ж этого, сука, клапана, блядь. Где ж ты, мой братишка, ж, блядь, чё ж ты не берешь трубку? Тут на офисе, блядь. Газ. А как тут двери открыть, ёбаный урод? Я его, блядь, ищу, а он нахуй балдеет там. Орёт, сука, а я его ищу, блядь, скотина, блядь, и он тут с пацанами бухает, блядь, у него жизнь малина, сука. Может его въебать сейчас, нахуй? Я тут босс! Я босс! Ты иди нахуй, не мешай, члены! В смысле? Камон, члены! На кроссовках! А вишневый член, сочи! А чё ты не берешь трубку, члены? Нахуй я тебе купляю телефон? Члены. Я тебе 60 раз звонил! Члены. Больненько! Заказали мы бургеры там. Вкусняшки всякие, да. Чикины. И что мне говорит Андрей, чтобы я нахуй шестерка сам ехал, а он тут нахуй еще бухать надо. Да, да. Мне самому ехать? Да. Ты будешь тут? Да, в каком сыне нахуй куда? Да. Бать. Пиздец. Да, да. И что мне одному ехать? Да едешь в машине, думаю, что. А если мне в поводу? Я погоню машину домой, потом вину на офис. Да пожоп, сука. А, что там, блядь, а нахуй, что там, нахуй? А, блядь, нахуй! Шо ты, братан? А це люди боли, блядь! Так ты шо, оказывается, краснопузый? А вот такая дура твоя прилетает, чизас! Собака, сука, ёбана, нахуй! Вышла на связь кобыла, сука, тупорылая, нахуй! Больше, больше, еще, братан. Чтобы... Пойдем, она все равно пылась, больше, как собака, блядь. Больше, больше, еще, еще, хорошо, блядь. Расскажи, Ваня, как ты нажралась? Еще раз, я еще не бачу, когда ты была? Собака, трусики, трусики. Чинанин.
жестяк. Чинал до санчи? Ты долбоёб, скажи мне, что ты въебать сейчас. Чинал до Ну, уже затягиваю, нормально. Таким намазан. До сих пор спит в отеле и похуй. Шо? Где ты? Где ты? Дома уже? Я на работе. Она уже мама там хуярит. А нахуй, чтобы я тёщу набрал. Андрюха, набери начальство, что твоя жена работает. Набери начальство, пусть выходной дадут. Да я начальство в рот дам. Андрюха, ты соплю забыл затягнуть. Виталик, я сейчас в рот дам. Кобыла, сука, тупорила, вышла нахуй отсюда. Так, сегодня, сегодня уже пятое, сегодня уже ремета днюха. Так, поэтому, держи, наводь на себе. Скільки рочків? 8. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, двадцять три, двадцять чотири, двадцять п'ять, двадцять шість, двадцять сім, двадцять вісім, двадцять дев'ять, тридцять, тридцять один, тридцять два, тридцять три, тридцять чотири, тридцять п'ять, тридцять шість, тридцять сім, тридцять вісім. Так, тепер стой. Ділаємо нахуй час. Що? Знімай себе. Знімай себе. Во-первых, я заказав тобі 15 пар этих трусиков. Ну, так заплатиш. Ні, заказав уже, все чітко. Бо уже твої нахуй ще хрустять. Во-вторых, давай, делаем пятихатку. Вадим, в якій руці? Снимай мене. Так. Снимай. Давай. Як думаєш, в якій руці? Тут. Тут? На, забирай, твоя пятихатка. З днем рождения, братан. Спасибо. Я люблю тебе, Шеремет. І не обзивайся, і давай общатися нормально. Вставай, братан. Иди нахуй. Та я шучу. Ти чого мене будив, скажи? Да иди нахуй, долбоёб. Ні, не мочу. Добери камеру, долбоёб. Ти чо кричав? Добери камеру, долбоёб. Ещё раз ти будеш кричати. Да добери камеру, долбоёб, ещё ёбаный. Я тебе выселю отсюда. Иди нахуй, я говорю, долбоёб. Не буди больше. Да иди нахуй, долбоёб. Скотина, ты будешь всех нахуй, что ты уже... Да тише, тише. Что нахуй, я говорю, отсюда. Ты что, ебал рот? Да уйди, надо поспать, долбоёб. Не буди никого, бо я тебе буду... Да дай сюда. Не буди никого. Дай камеру. Дай сюда. Не нравится, коли будет? Где ты быдло, сдохни, пидор. Уже утро, дебил. Пошел нахуй. Все, я на работу. Пиздуй. Всем спасибо, всем Пиздуй, пока. Пиздуй нахуй, уже где ты быдло, ебаное. Чего? Нельзя будить, ты понимаешь? Да уйди нахуй. Ты тоже будешь хуёво. Дай сюда камеру. Дай камеру, говорю, сюда. Тик? Я на твой камеру, быдло. Слышишь, и вы ж нахуй, ну типа, не думайте, что я типа нахуй еще бужу его, типа, ну, с ничего. Уже соседи звонят, говорят, Вась, что у вас там случилось? Ну, что, блядь, устроился работать оператором в 3 часа ночи или что такое? А он же, вот это орёт. Ну, получается так, все, будет еще. Тебе из пятого вай-фая нахуй. Там уже вай-фай. Нет. Уже вай-фай, говорю. Надо слушать мене. Так ты гандон, ебать, дай сюда. Отойди, да отойди. Вась, что ты лезешь? Ты можешь отъебаться? Не снимай мене. Ломаешь телефон. Я говорю, не снимай мене. Телефон, я тебе сказав, не снимай мене, долбоёб. А нахуй ти тоді приходиш в комнату спеціально? Я тебе говорю, не снимай мене, долбоёб. Що з тобою? Нічого, долбоёб, говорю, не снимай, підраз. Ти що, якась алергія, нахуй? Говорю, коли я не снимаю, значить не снимай, підер. Ти розумієш, що ти... Ти не маєш права мене снимати, долбоёб, ще ёбаний. Та є якісь документи? Да, є. Які? Та справка тільки є. Дай сюди. Убери руку. Дай сюди камеру, зараз мені приїдуть. Які? Побачиш, які прийдуть. Хай ти вай-фай лучше встановиш. Дай сюди. Отстань. Дай сюди, говорю. Я тобі сказав. Дай сюди. Ти хочеш притулок? Я говорю, дай сюди. Чи слідчого вийти? Я говорю, дай сюди. Отстань, я скажу. Дай сюди камеру. Ти ж сам приходиш. Я говорю, камеру дай. Ти сам рвешся к съемкам. Бачиш? Ти сам хочеш съемок. Куди ти пішов, телепузик? Угу. Телефон. Вай-фай. Я сказав телефон. Вай-фай. Телефон. Ну, вай-фай. Ну, зараз я забираю твій, нахуй, пішов. Дай сюди. Ні. Дай сюди. Ні, ніхуй. Я дай сюди, дебил. Дай сюди. Ні. Спочатку мій. Ні, спочатку мій. Я дай сюди. Спочатку мій. Я дай сюди. Спочатку мій. Я дай сюди. Спочатку мій. Дай сюди. Спочатку мій. Я сказав, спочатку мій. Дай сюди, тобі зараз буде худо. Тобі зараз хуже буде. Худо? Та я не боюсь. Тобі наб'ють їбало, тобі відвічаю. Зловлять на заправки, тебе в жопу їбуть. Слышь, а таракан що там, нормально взагалі? Отстань. Дай сюди телефон мій. Ти що, привід, блядь? Дай телефон сюди, нахуй, долбоёб. А ти мій не хочеш дати? Вай-вай, нахуй, пидор. Тепер мої закони, нахуй. Я б тут, папа, закон. Дай сюди. Та отстань, нахуй, від мене. Дай сюди. Ти що, блядь, толчок? Я вже не сюди. Ай, нахуй, больно, долбоёб. Сука. Я ж буду зараз теж писати.
Я пальцы поломаю, нахуй. Не веришь, что ты играешься, ебать. Я вижу, что тебя, блядь, взял, блядь, и не отпускает. Что ты без меня, нахуй? И не отпускает. Дай сюда. Да тебысь, нахуй. Да тебе дай, быдло, ебаное, мене, слышишь? Мне ма. Телефон. Ами. Хуя тебе, нахуй, понял? Фу, Вася, ебать. Вася, ты, нахуй. Что с тобой, нахуй? Ничего, ты охуел уже. Я говорю, дай поспать, нахуй. Так дай сюда телефон и спи, нахуй. Ами. На. Ну на. Ну на. На. Ну на. Я тебе сказал, либо ты работаешь на меня, либо ты работаешь со мной. А заткни ебал, ты сейчас ебал разъебли. Я тебе сказал. Или ты работаешь на меня. Да вот ты нахуй сейчас. Или ты работаешь со мной. Я не виноват в том, чтобы ссоритись с Пашей. Чего ты агрессируешь на меня? Ты что-то погане зробив? Блять, уйди нахуй. Нет, ну... Уйди нахуй, сказал, не снимай. Ой, меня, дебил. Вася, дебил, сука. Сколько раз, сука, сказал, не снимай. Больно, что не доходишь, говорю, не снимай, долбоёб. Ты можешь нормально выставить? Я говорю, не снимай меня, долбоёб, ты не чуешь? А что будет, что ты, блядь, заберу куда? Я говорю, не снимай, ты не чуешь? Что такое? Дай сюда. Пошел в сраку теперь, понял? Дай теперь, сюда. Теперь я говорю. А ты говно вонючий. Я решаю теперь все вопросы. Дай стаканову. Думал палкой быть, ты дебил, придурок. Нахуй ты мене палкой нахуй в спину бьешь? Ты дебил? Я тебя трогал физически как-то? Ты, блядь, ты из-за своих ссор этих всех, блядь, из-за всех ссор, блядь, агрессируешь на мене, зачем? Что ты вымазываешь пальцы в стакане, зачем? Пиздец, я стою в ахуе, братан, зачем такое делать? Ты ж лез до мене перший. Что такое? Идиот, хай бы мило. Ебанутый на голову. Я шучу, все! Я шучу, не йди! Что сказать? Де? Пішов з зами, Тарасик, блядь, до сусіда. Пішли вдвох. І що? Ну, і як ти думаєш, що? Ну. Ну. Бухнули, пішли, блядь. І пішли сусіду, набили їбало. Сусіду, напротив. Чик-чирик, я вдома. Да, пішли два сусіда побухати. До сусіда в хату. Охуєть. Он пиздили. Вдвох. Цьому 5, а цьому 8 дали. А це ти тільки що придумав? Ні. А хто тобі сказав? А що пацани, я це бачу. А якщо... А ти що, йобові на кого? Ну дай сюди камеру. Та стой! Дай сюди камеру. Та стой! Камеру. Камеру сюди дав. Та ти що? Та не трогай. Дай сюди камеру. Та не трогай. Та що це настроєння? Тільки щоб все нормально було. Дай сюди камеру. Та стой! Камеру дав сюди в руки. Сука, не трогай мене. Отойди з моєї кімнати. Так вийди з моєї кімнати. Не знімай, дебіл. Дай я вийду, дай я мене вже рука палить. Мене вже сил на тебе нема. Положи її, не пали, долбойоб. Чого? Та чого? Вона на вечір, на, долбойоб, не пали камеру, дебіл. А що вечором будемо робити? Положи камеру, блядь, дай зарядитися, дебіл. А що вечором буде? Ти можеш сказати? Постав, дай зарядитися, дебіл. Та я ще... Постав камеру на зарядку, дебіл. А що, то будемо знімати вечором? Положи її, блядь, хай зарядиться, дебіл. Що, то будемо знімати? Блядь, ти дурак повний или що? Ні, ти можеш сказати просто? Положи камеру, долбойоб. А якщо я Wi-Fi виключу вечором? Включай, хочу телефон заберу. Не трогай. Ну зачем ти це робиш? Макака, блядь. Я ж тебе нокаутирую за 5 секунд. Давай. Нет, я ну, боюсь. Давай. Нет, я боюсь тебе. Давай. Ти жорсткий. Ну давай. Ти жорсткий. Убери руки, що ти мене дергаєш. Та ти б'єшся. А! Скотина, постав її на зарядку, блядь, дай зачем? Її тихнути. Зачем? Дай її тихнути, заряди її, дебіл. А мені коли ти даш віддихнути вже? Мене на тебе вже сил немає. Так сібись. Ти розумієш, що ти должен... Ти ламай. Хто ти, я що ламаю, блядь? Отак зробив, на себе. Зачем? На себе, диви. Де ця хуйня? Тут? Тут. Ця хуйня де? Флешка, там, братан, все чітко. Стой, скажи мені, коли ми почнемо з тобою дружити? Ти дружити хочеш? Да. Писать хочеш, а не вийти. О, слышиш, блядь, оціни голос мій, як найфактор. Иди мийся, нахуй. Ой, увешний! Иди мийся, бо я теж буду вечором мийся. Иди мийся, блядь. Так ти ж вечором будеш, а не щас. Так вже тебе буду, нахуй, дебіл.
А оце дирку хто зробив в стіні, скажи мені? Тобі зараз їбав розбить? Закрив їбав, нахуй! Ложи, нахуй! Ти заїбав уже свою камеру, блядь! Дай мені віддихнути! Ну, ти піздавали, чоловік! Всім привіт! Короче, розказую, ті дні у нас ЧП було вдома. Вот такое, шум, гам, бились, дрались, ви виключали Wi-Fi, матерились, бились. Зараз йдемо вже водку пити і хавати піцу. Зараз все розкажу вам там. А так, все нормально. Блядь, он так ко мені почав відноситися, я охуєвший. Ну, нічого. Все, там розкажу все. Спорим, чий ікс? Андрій, це мій ікс. Так, що починається? Опять, Вася? Ти увидів камеру или що? Подожди. Я йду за тобою. Боже, їбать, це камера, Вася, так. Він йде так, все, в секунді, їбать, стоїть ошараш і починає біжати. Погоня, 3-2-2-7. Погоня, номера Q562. Короче, сиділи влево там в кафешці. Сидимо, Андрій захотів шаурму, йдемо взяти шаурму. Стоїмо, він щось там розмовляє. І короче, що найінтересне, їде бусик білий, со свистом останавливається, отак тут пах. Я думаю, що за фігня? Дяді вилітають типи оттуда, отак в броніках, Вася, з калашами, починають йти. У мене аж ноги ватні стали, йобаний в рот. Вони, оказується, в другу сторону, ну, йшли через нас. У мене аж ноги ватні стали. Я думав сразу зробити вид, що больной, там слюню нахуй ще пустити, або дергатися наче. А этот, блядь, Андрій сразу там нахуй, захуй. Я думав, зараз ламати, що-то где-то Андрій на базарі уебать. Фух, аж Вася ноги ватні стали. Чайочок хочеш? А хочеш, я тобі дам Несквік? У мене Несквік є в кімнаті. А, де ти ковиш, ти купив мені? Я його випив. Ти водку любиш? Водку пив сьогодні? Не. А що пив? Чай я п'ю. А пиво не пив? Не. А я нахуй ще бачив фотографії, що пив. А, тут нього, Паша. Так дивися, сліди за словами, нахуй. Та йди, що тут, блядь, дай. Сучка. Загинається? Ай! Долбоєб! Що ти падаєш? Долбоєб! А пальчик, да, загинається, пальчик, а? Чиназис, пальчик загинається. Долбоєб! Чиназис, камера в руку засовується. Чиназис? Слышиш? Він їсть мої пельмені, підарас, які я купив в магазині, і кричить, блядь, що я йому деньги даю. Ну, 26-го. Я в Одесу, я вас уже там жду, в Одесі, 26-го. Так ти ж кажеш, що ти раніше їдеш. Ну. Ну приїдь нахуй, ти мене. Какой їбу зараз? Короче, йду віддавати нахуй ще камеру босу главному, самому главному. Только встав, їбать, із-за этого чумохода не давав спати. Ну я думаю, що. Слышиш? Я думаю, що тут вставити нахуй ще пісню треба. Это моє останнє відео. Я вже знаю, що всіх заїбало вот это. Іди нахуй, іди нахуй. Заїбало, да. Одно і то же. Мені навіть останній випуск не понравився, который тут все время іди нахуй в темноті. Слышиш, вчора он пальці ломав мені, Вася. Да, а ти ні хоч не сняв? Конечно, снимав. Вася, ти що, так виламував? Так, смотрите, короче, Ваня сказав, що це последній його відос. І говорить, що, короче, відос получился слабенький, на його взгляд. Давайте так. Ваня реально ходит с Ютуба. Вы можете его вернуть в случае только если 25 тысяч лайков соберете. Духуя массу отвечаю, нихуя не буду. Ну посмотрим. Короче, в противном случае я больше Ване камеру не дам. Будет наказан. Потому что 2 месяца, блять, видосика. Мне камера. А сколько камера была? Месяц? Так за месяц можно было сделать 8 видосов. Снять дома. Да легко, легко. Легко? Так, друзья, всем приветик еще раз. Как-то так непривычно снимать на эту камеру. На самом деле она удобна. Мы вот сейчас снимаем на новенькую, которую я показывал. Вот это со стабилизатором DJI. Но это так намного удобнее. Так, раз. Повернул. Раз, вернул. Ну, прикольно. В общем, что хочу сказать. Ознакомился с Ваниным материалом, который он за 2 месяца, блин, сдал. Камера у него была очень долго. Он что, не получалось ее снимать. Вечно искал оправдание о том, что Андрюха дома нету. Андрюхи дома нету, приходит сразу там, типа, выключает свет. Но это все отмазки. Мое мнение, можно было бы придумать, что снять. За 2 месяца по-любому материала бы хватило, что нам снимать. Я думаю, что нужно вам еще какой-то контентика дать. Поэтому мы сейчас с Андрюхой встретимся. Поснимаем немножко на эту камеру. Добью, скажем так, материал на этот влог. С Ваней, возможно, увидимся. Ну и все. И покажем вам, как мы проводим время. Спасибо, что посмотрели вы с Ваней материальчик. Если Ваня еще как бы созреет работать, то может вернем камеру. Это уже от вас тоже зависит. Напишите в комментариях, хотели бы вы увидеть продолжение Ваниной съемки. Поставьте лайк, и как мы договаривались, 25 тысяч. И возможно я Ваню заставлю снимать больше. Идет мой брат. Мой брат-рэпер идет. Ну что ты, малый? Жалуйся.
Жалуйся. Начинай, братан, жалуйся. Жалуйся. Чего жалуйся? Как дела, брат? Нормально. Что скажешь, братан? Жалуйся. Дай пять. Что делал, братух? Ничего. Поспал? Спал, говорю? Да. Что там Ваня? Смолок пиздит. С какой? Со своей сдашей ты. Камеру, видишь, забрал, как обещал? Я вижу. Я так снимаю, а что Ваня нихера не снимал. Походка пиздец, да? Ага. Что скажешь? Огонь? Ага. Что будем делать? Дачку пойдем? Позже. Да. Кого Юра сказал подъедет? Ага. Кого еще взять, пригласить? Макса. Макс тоже сказал подъедет. Жора будет. Нормально? Yes. Yes? Yeah. Бас? Yeah. Бас? Yeah. Так, залетели с Андрюхой, короче, перекусить немножко. Я его сейчас покормлю его любимым блюдом. Он, думаю, догадывается, что это такое. А что это? Что? Что это, братан? Ну, это сидят, нет? Так, я без палева. Ну, что ты делаешь? Прокалываю. Я помыв руки. Там хоть мясо есть, братан? Да. А тут нема. Есть, нет, сосни. А тут тупо посмотри. Стой. Дай я тебе покажу. Да, я смотри, посниму, бля. Чтобы пустой чебурек, смотри, Андрюх. Вот сюда, гляни сюда. Я больше. Обзор на еду. Так, а мне принесли, короче, вот такой вот снеданок. Ну, я на правильное питание, Андрюша тоже на правильное. Андрюш, когда ты уже худеть будешь, толстый? Что? Когда ты худеть будешь? Скоро. А, скоро? Любишь жрать, Андрюша. Я вот правильно питаюсь. Счастливый идет трудиться, блядь. Так Андрюш, не покормишь, дела не будет. Это золотое правило. Ты покушал, пупсик? Почему? Смачно было? Да. Тяни еще жестче ее, блядь, чтобы нахуй. А, блядь, еще трещотки охуеть решал. Можно было. Нахуй ты натягиваешь так? Нахуй ты так натягиваешь? Вот так натяни, блядь, чтобы вообще нахуй видно не было. Блядь, ты дебил или что? Слышь, не груби. Короче, набрали только что с UBG, которого мы уехали. Коля, добрый день, Павло. Ви тільки що нас обідали, ви забули серветки влажні, які ви купили. Ми відклали їх, у операторів заберете, коли повернетесь. То вважають, да, люди. Зараз поїдемо за салфетками обратно. Так, кофеочок бахнули, Андрюшка на походочки. Бля, яка кофта крутая. Ось таки кофта, жизнь малина, жизнь клубника. Зацініть, друзі. А ось де кофточку гляну. Хочу пацанам показати. Жизнь малина, жизнь клубника. Не натягуй, сука, ту кепу, я тебе говорю, я тебе на подбородок. Та хорошо, блядь, ну. Не ори. Вот так на подбородок натянуть тебе, чтобы, блядь, будет подбородок закрывать. Хорошо, да. А что ты с полицией здороваешься так? Мы сосед мой, но вроде. А если он сейчас, блядь, догонят нас, скажет, давай, что ты там тыкал пальцы? Догоняю. А что ж ты в зеркало смотришь, боишься? О, едут, 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 шо, едут. Что ты? Мужик едет, сосед. Я на ванной сена. Твой кент? Так, сейчас мы тормознем, Андрюша поедет за рулем, потому что я боюсь с полицией связываться. Это Андрюша не боится нихера, а я боюсь. Что не боялся? Сосед напротив. Через дом. Який сосед, блядь? Сосед, блядь, через дом уже живе, блядь. А, да? Напротив, ага, на шестом этаже. Уже. Ла-ла-ла-ла-ла-лей. Бля, так удобно эту камеру снимать, пиздец. Качество, конечно, немножко отличается с камерой со стабилизацией DJI. Почему? Но это практичнее намного. Проголосуйте, пожалуйста. Может, мы, блядь, больше пилить будем на эту камеру, либо меньше, но на ту. Напишите в комментарии, как лучше нам делать. А на ту будем снимать какие-то такие, типа, выпуски, типа, как мы там готовим, либо что-то такое, где будет нужен оператор. А на эту такие влоги, типа, быстрые, да? Ну. Ваня, не давать камеру больше? Нет. Чё? Ну, блин, никогда не снимаю, что не снимаю. Хуйню, да? Понял. В данном случае вы можете наблюдать, как Андрюша блатует за рулем. Вообще блатую. А что, ты не блатуешь? Нет. Я же не такие, блядь, как все. А кто, какие все? А какие все? Как Андрюха, как эти все, блядь, дебилы. А ты аккуратно? Думаю, блядь, машину бы моя купил в женщине, блядь, все. Король, блядь, ебать. Ну да, шо он, блядь? Показывай, блядь. Шо говорит? Я в женщине, блядь, машину купил. Угу. Значит, мне, блядь, не похуй, кому ты ей, блядь, конечно, купил. Конечно, однозначно, а. А он въебал теперь тобой? Я Олегу, блядь, продам его. Да продавай. Ну, поломанный Олегом, блядь, ты такие Олег. Кто это были? Кто это были? Напальники. Твои? По какому делу? Машинам. Вы занимаетесь вместе тачками? Да. Не гони. Да. Вы сейчас вместе, типа? Да. Ах ты ж, сука, вот, вот что у тебя бабок сейчас стало много. Ах ты ж, падла. И урды с урды? Санчи. А что это за бэх у вас новое? Что, это на продажу? Лей. Андреса не жалей. Насыпаем, улой. А когда у тебя есть такая вот машина, вот, можно телочек цеплять? Конечно, это же наша стоит. Тоже на продажу? Вот, да, вот. Стою, никого не трогаю. А что делаешь тут? Гуляю. А что ты гуляешь? Не знаю, нельзя гулять, знаешь закон? А? Закон знаешь? Взяточка. Закон знаешь, не? Все, отъебитесь. Хоть нельзя гулять, знаешь закон, не? Я же взятку взял, дал. И что?
И что? Ну и что? И что? Гуляю просто. А что ты гуляешь? Ты знаешь, что нельзя гулять здесь? А что нельзя? Запрещено. Что знаешь нельзя? Закон? Сейчас какой? Знаешь закон? Какой? Какая? Статья какая? 275, ваше часть 3. Ваше удостоверение? Мое удостоверение? Да. СБУ, Киево-Святошинский район. Удостоверение ваше. Киево-Святошинский район. Да, удостоверение ваше. Ну иди, нахуй. Что тихо, мусора. Что тут делать? Вот телефончик, смотри. Вот и обыск, нахуй. Ну, появится бам и... Бак, нахуй. Добрый вечер, нахуй. Доброе утро, нахуй. Телефончик на базу, раз, Леську обратно. Телефончик, ну. Поиграешь? Ну, бак, ну, дельдин. Слушай, поехали. Это было мини-сценка, как Андрюша работает в структуре. Санчиз. Санчиз. Давай вещи, блядь, нам ехать надо, дебил. Давай, люди ждут, долбоёб. Я тупо ещё поспорил с типом на 100 баксов, что я сырым яйцом закинул на 9 этаж. Ну ты проебал. Вот дядя. Хочешь с тобой сейчас спорим на двушку, так на камеру спорим? С пяти нахуй еще попыток. С пяти попыток? Сырое яйцо до 9 этажа. Нет, закинуть на 9 этаж. Ну давай, спорим. Был, был такой штемп, Димон. Короче, он перекидывал вот эту девятиэтажку орешком, бля, пацаны. Чтоб ты понимал. Вот так вот в гимназии становились. Мы спорили с ним на лимонад, еще, блядь, мне, наверное, лет 7 было. И он перекидывал вот эту девятиэтажку орешком. Мы тупо, блядь, его позначали. Чуваки переходили, тут стояли, а он с гимназии кидал. Ну что, спорим с тобой сейчас? Поспорим сейчас. Ну, блядь, ну я буду как дебил стоять, как ты яйцом кидаешься тут. Так и двушку выиграешь. Сейчас наликом с дома. Да мне жалко тебя, что ты двушку сейчас, блядь, будешь с хатой мне вести. Да закину, я тебе... Да не ори, блядь. Что ты хотел? Хорошо, ты можешь сильно кидать. Яйцо, оно будет легкое, оно не полетит. Садись, садись, садись. Дядь, историю надо рассказать срочно. Расскажешь потом, сейчас расскажешь. Собака тупо рвала нахуй штанину. О, тип ржал нахуй. Не ржал, а типа, блядь, типа бас. Фас говорил? Да. А это когда было, давно было? Да. До войны еще, я вообще забыл за эту историю. Ну мы уже снимали, да, видос? А что за собака? Да такая, ну, типа, блядь. Ваня, я сейчас нахуй. А Ваня не сони, блядь, прискочил, как давно. Ты дал ему ебал? И вот пизды, и собаку, и Андрея нахуй еще почти. Сейчас расскажу. А че ж не рассказывает эту историю? Да я забыл вообще за нее. Сейчас тормознем, расскажешь. Так, сейчас Ваня расскажет, короче, историю про Андрюху. Ебать, там мрак страшный. Ну, так что за история? Короче. Ты иди неси стол, ты неси стол пока. С папы на охоте. Синий. Ну. Я уебал, братан, вот так пока во всем 8 нахуй еще пил. Дядя, я выхожу вот так вот с папы. Блять, ебаный в рот. Сишка, так стою. Слышу, братан, писк, понял? Бац, я так поворачиваюсь в сторону. Да ебал, закрой, пиздец. А вино так стоит. Его собака схватила за штанину. Бьет, братан. И он вот так вот, простите, отвечает. Слышишь, стоит. А ладно. Торч. Собака эта. И вот так. Вот так. Вася, я так думаю, кто это? Вижу Андрея, вообще сумка вот такая, ну нахуй, он дергается, вот эта вся хуйня. Я думаю, что делать, отвечаю, думаю, что делать? Думаю, ладно, все, бегу. Лечу, братан, отвечаю. Ну уже сотка, братан, 150 где-то. Разгоняюсь, так отвечаю. Собаку вот так с ноги, дядя, думаю, что с типом этим? Ставлю вот так четко голову, дядя, четко ему так въебало нахуй головой. Фух, он упал, собака с ковчит нахуй. Цей, типу этому, а я казав там, и пошла. Он? А я казав. В конце, да, начинает? Да, да, уже. Братан, ну и вот так тогда. А я казав. Вот так. Это сильная история, я хотел бы это видеть. Так, ну все, я думаю, пока контента немножко хватит, достаточно будет. Пишите в комментарии, понравился вам выпуск, достойный он, нормальный. Стоит ли Ване продолжать, либо пока вы сделать паузу в формате такого, какой он снимал. Мы все комментарии читаем, все время общаемся с вами, поэтому пишите, понравилось или нет. Всем спасибо, что посмотрели выпуск, до скорых встреч. Смотрите новые выпуски на нашем канале. Oh!